Губкинские школьники участвуют во всероссийской акции «Час кода». Она призвана наглядно показать ученикам, что программирование – это универсальный язык общения и будущее всех коммуникаций. Важнейшей составляющей акции «Час кода» является урок информатики, который проходит во всех школах России. Начинается он с показа видеоролика ученикам, в котором видеоблогеры, IT-эксперты и ведущие программисты рассказывают о доступности и простоте современных методов и инструментов программирования. Практической частью урока являются игровые задания, которые разделены на три уровня сложности в зависимости от возраста учеников – с 1 по 4, с 5 по 7 и с 8 по 11 классы. Даются интересные задания на графическом языке программирования. Вот, где дети, соединяя блоки, понимают алгоритмы, циклы из области программирования. И некоторые увлекаются программированием и продолжают дальше изучать. Например, Илья Попов, ученик 7 класса школы номер 5, призер муниципального этапа Олимпиады школьников по информатике, уже решил, что будет программистом, как и его отец. Информатика как предмет мне нравится, потому что он отражает современность 21 века. Мне очень сильно нравятся компьютеры. И из-за этого этот предмет так для меня важен в моей будущей жизни. Акция «Час кода» проходит в России уже в третий раз. Впервые такой урок состоялся в 2014 году, и в нем приняли участие более 7 миллионов школьников. А в 2015 году количество участников превысило 8 миллионов человек. Сегодняшний урок мне показался интересным, потому что мы программировали, и это интересно, и это было весело. И думаю, это пригодится в будущем любому человеку. На Ямале акция реализуется при поддержке окружных департаментов образования, информационных технологий и связи. Организаторы уверены, что акция «Час кода» повысит технологическую грамотность школьников и поможет ребятам больше узнать об информационных технологиях. Элиас Капралов, Денис Гимп, новости Губкинского.